По мнению израильского эксперта, все виды вооружений, которые понадобятся Азербайджану, будут ему поставлены. Бывший консул Израиля в Москве, экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, военно-политический обозреватель Алекс Векслер, прокомментировал «Калибр АС» — военно-техническое сотрудничество Израиля и Азербайджана. Как все и убедились, особенно в результате Отечественной войны азербайджанского народа, оружие у Азербайджана было самого высокого качества. Да и не только оно. Часть офицеров ВС Азербайджана проходила у нас подготовительные курсы, тренировочные сборы, а потом наши израильские офицеры помогали вашим в освоении закупленного у нас вооружения. Все, что касается нашей помощи Азербайджану, она будет продолжать поступать и далее, и даже нарастать. Может быть, кому-то это покажется лишним, ведь Азербайджан уже победил, и, возможно, необходимость большого количества нового вооружения отпала. Но, как говорится, хочешь мира – готовься к войне. Поэтому Азербайджан продолжает усиливать свою армию. Все виды вооружений, которые понадобятся Азербайджану, будут ему поставлены. Более того, насколько я знаю, на территории Азербайджана по израильской лицензии уже давно налажено производство определенных видов вооружения. Повторюсь, наши отношения с Азербайджаном носят глубочайший стратегический характер. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.